чашке Петри находятся осколки стеклянной пробирки. Я помещаю их в ступку с пестиком. К этим осколкам я добавляю небольшое количество раствора фенолфталеина. Мы знаем, что бесцветный раствор фенолфталеина является хорошим индикатором, если образуется щелочная среда. Сейчас мы видим, что раствор бесцветен и прозрачен. Я беру пестик и начинаю растирать стекло в ступке. Мы видим, что окраска фенолфталеина стала бледно-малиновой. Я продолжу растирание стекла в ступке с пестиком. Я вижу, что окраска стала более густой. При растирании стекла в ступке происходит более интенсивная реакция растворения стекла. Тонкий стеклянный порошок окрашивает раствор фенолфталеина в малиновый цвет.